Что такое гештальт и зачем его надо закрыть? Это целостный образ. Да, вот наше подсознание, оно вообще очень любит мыслить картинками, законченными какими-то образами. К чему могут привести незавершенные дела? Если наши ожидания с реальностью не совпадают, это прям формула несчастья, то у человека все время начинает внутри скапливаться вот это раздражение, неудовлетворение, злость, недовольство, в первую очередь, собой, что я никак не могу это завершить. Зачем психологи советуют ворошить прошлое? Вот знаете, как будто все хорошо, а все вроде нехорошо. Да, вот все время есть какое-то внутреннее напряжение, все время есть дискомфорт, что что-то должно произойти. А что мы не знаем? Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 17 сентября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – психолог Зоя Немирова.